Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Я сегодня буду собираться к своей подруге на день рождения, краситься. Ну вот я накрасилась уже. Ну и все вам покажу, чем крашусь, что подарю. Чуть-чуть с вами поговорю. И вот с такой сумкой иду, в таком пиджаке. И с такими красивыми сережками. Вуаля! Я надеюсь, вам понравится. Я уже умыла лицо. И сейчас нанесу вот этот маленький крем от Шантекаль. Это мне дали в подарок в магазине. Это просто такой увлажняющий крем, потому что я уже с утра нанесла свою сыворотку «Пьяный слон» с витамином С. И это будет просто такая поддержка макияжу, скажем так. Мы идем на день рождения к нашей подруге, к нашей очень близкой подруге, она почти семья наша. И я вчера покупала ей подарок, она не будет смотреть это видео, сегодня я его выкладывать не буду, так что для нее все равно это будет сюрприз. Она очень любит ароматы, так же, как и я, и очень любит Фредерик Маль. Ее любимый аромат у Фредерик Маль — это ирисовая пудра, так что вот мы ей ее вчера купили. Я ее вчера купила от нас, от нашей семьи, этот аромат. Я знаю, что она будет просто счастлива. Крем нанесли, сейчас он немножечко впитается. Ну, такой легкий, он очень легкий, быстро впитывается. Дальше я буду наносить вот этот бронзер просто на голое лицо. У нас очень жарко, и я не хочу наносить никакое тональное средство. Это очень легкий, он прям практически как флюид. Его вообще не видно, его можно наносить как контурированием, так и на все лицо, как тональное такое средство. У меня сейчас лицо загорело, и поэтому смотрится достаточно хорошо. Вот он такого цвета. Вот так я его буду сейчас наносить на все лицо, исключая область носа. Я не люблю, когда у меня нос. Когда у меня нос. Когда у меня нос в тональном средстве. Сразу видно, что вы красились много. Немножко на уши, все разглаживаем. Конечно, в телефон не очень удобно краситься, но. Так. Угу. Так вот разгладили все и немножечко вбили это все дело. И помыли руки. Так, помыла руки. Не люблю, когда потом они в тональном креме, и ты опять лезешь в косметичку. Дальше я буду накладывать бронзер. Видите, ну его практически как бы и нет, но все равно лицо такое как бы более загорелое. Бронзер бронзер Terra от Tom Ford. Я наношу кисточкой Guerlain. Это очень старая кисточка, по-моему, это кисточка тоже от какой-то терракоты. Вот так вот я их наношу. К уху. Здесь немного. Когда я вчера покупала ей этот аромат, я, конечно, купила себе тоже аромат от Байреда. Знаете, я не хотела их покупать никогда, но у них появились наборы, и я решила, что надо попробовать. Пока вот пробую. И я нанесла на себя в магазине аромат Portrait of Lady Доминик Репьон, Фредерик Маль. Знаете, вот, ну это просто, это что-то невероятное. Это был такой успех. Мне, когда я пока стояла в Мекке, в магазине ко мне подошли две девочки. Спросили, чем от меня пахнет. Ну, тогда я еще могу понять, да, что вот я только его нанесла, он яркий, и сразу вот ну, пахнет, да. Я сказала, вот, Portrait of Lady, румяна Нарс, Portrait of Lady, Фредерик Маль,
скажем, вам просто так подходит, буду наносить вот этот вот цвет. Он называется Make Believe. Очень, говорит, вам подходит. Потом, когда я шла уже на парковку, на эскалаторе, поднималась на свой уровень, молодой человек за мной шел. Тоже меня спросил. Ну, знаете, я понимаю, что, может быть, он там как-то подкатывал ко мне, но все равно было приятно. То есть это уже три. Это все буквально за 40 минут произошло. На работе три незнакомых женщины спросили, что у вас за аромат. Я сказала, и одна из них сказала, что вы должны сделать этот аромат своей подписью. It must be your signature. Короче, да. Ну, это я вам рассказываю, потому что это настолько необычно, что вот за один день столько комплиментов на один и тот же аромат. Но он действительно прекрасный, там такая восхитительная роза. Один пшик я нанесла буквально вот сюда, вот на руку. Это было просто незабываемо. Весь день я парила просто над землей. Так что, да, видимо, скоро я его себе приобрету. Благо, у меня, ну, не вот прям скоро, но относительно скоро день рождения. Так, Le Sucril, такой карандашик, третий номер, очень крутой. И я их чуть-чуть расчешу, вот это блонд от Шанель. Вот так вот я их расчешу. Там-там. Там-там-там-там. Расчесали. С глазами. Что мы будем делать с глазами? Я чуть-чуть подведу внутреннее веко черным карандашом. Вот так. Так вот я ставлю и вот так вот провожу. Он даст такую глубину глазу. И второй глаз тоже. Это не больно. Мне муж все время спрашивает, что это больно. Я говорю, нет, это не больно. Вот такой у нас получается глаз. Черный. И тушь. Тушь Шанель, естественно, моя любимая для объема тушь. Она самая лучшая тушь в мире. Ну, для меня. С вашего позволения, я все-таки буду в зеркале краситься, потому что мне неудобно так глаза красить. Особенно тушью. Вот так. Как видите, макияж очень быстрый и никакой особенной сноровки не требующий. Хотя, конечно, я и люблю иногда так заморочиться и накраситься сразу разными тенями, палетками, но как-то вот пока это не в приоритете, что ли. Очень хорошая тушь, я уже говорила, 150 тысяч раз. Лучшая тушь вообще для меня в мире. Все. Ресницы накрасили, закрываем, и губы, аксессуары и наряд. Губы я буду красить вот этим блеском от Smith & Cult в оттенке Her Name's Bubbles. У него очень приятный аромат. Вот как-то так. Все. Все накрасили. Сейчас я сделаю... О, давайте еще сделаем все-таки хайлайтер. Это Мека Косметика жидкий хайлайтер. Я наношу его немножечко вот сюда. Буквально вот столько. Капельку. Потом пальцем уже наношу. Вот сюда. Вот
Так. Ну, такой он дает очень приятный свет на нос. Все. Больше не буду. А дальше я надену вот такие вот сережки. Сережки. Я люблю такие кольца. Уже писала в Инстаграм. Вот такие кольца, сережки. Так. Угу. Мое колечко. Здесь у меня такая шелковая комбинашка. И сверху я одеваю вот такой вот пиджак. Держу. Ой, что буду с волосами делать? Сейчас они у меня просто вот в таком беспорядке. Наверное, как-то просто так их и оставлю. Сейчас я их немножко причешу своей расческой. Наверное, сделаю немножко сухого шампуня на корни. Они загрязнились. Батист, конечно же. Он самый лучший в мире. Ну вот, как-то так. И аромат у меня будет, раз уж я купила марку Байре, да, я сейчас одену Gypsy Water. Я его уже нанесла сюда, поняла, что смогу с ним спокойно проходить весь вечер. Он меня не душит, не напрягает, поэтому я его выбрала. Сейчас возьму еще сумочку, покажу вам. Ой, и приду. А вот такая сумка у меня будет. В общем, короче, я сегодня на золоте. Вы меня поняли, да? Сумка такая. Положу туда с собой помаду. Положу туда Байре, Gypsy Water. Положу, наверное, туда крем для рук. В последнее время очень сохнут руки. Пойду. Всем пока, с вами была Аленка Блок. Я надеюсь, вам очень понравилось мое видео. Ну, не очень, но хоть понравилось хоть чуть-чуть.